Так, итак, смотрим франк. Франк очень часто упирается в 1.0 приблизительно цену. Очень часто, да, он очень любит в нее упираться. Он любит, я так понимаю, быть в паритете с долларом, несмотря на то, что доллар ослабляется, усиливается. А франк хочет быть один к одному. Нет, возможно, это правильно, да, ну, как есть. Так, итак, давайте попробуем нарисовать что-нибудь. Так как я считаю, что он дальше цена будет колебаться, если цена открытия, закрытия, плюс, минус, все то на то и выходит. Я предположу, что цена конечная будет 1.0 или около того. Вот, тогда мы будем строить, так как, смотрите, он колеблется очень медленно, да, он будет пробивать, толкаться, потом пойдем вниз. Соберем стопы и потом вернемся сюда. Вот. Вот такие вот дела.